Всем привет! Я хотел бы записать отзыв, видео благодарность банку Тинькофф и лично Олегу Тинькову за тот сервис, который они создали и которым я активно пользуюсь не первый год. Благодарность совершенно искренняя, мне никто не платит за это деньги, я делаю это по собственной инициативе, потому что я считаю, что люди должны знать, когда они сделали что-то крутое, и должны получать обратную связь и благодарность от своих почитателей и пользователей. Никому другому я этот отзыв не записываю. Записываю именно Олегу и банку Тинькофф кредитной системы. Почему? Я ими пользуюсь не первый год, уже 3 или 4 года я пользуюсь сервисом. Я довольно активный клиент, потому что у меня есть и кредитная карта, и дебетовая карта, и вклад. Собственно, тоже уже не первый год. Я его продляю, переоформляю, капает денежка, то есть я... В общем-то, накапливаю деньги, потихоньку зарабатываю их посредством начисления процентов и так далее. Кроме того, я еще хотел бы отдельно выделить интернет-банк, потому что страшно удобная штука. Я пользовался несколькими интернет-банками других банков. Обычно это трэш, угар и садомия, что называется. В данном случае это реально очень удобная и простая штука с телефона, с мобильного или с компьютера, с ноутбука, где угодно. Тут надо на самом деле сказать, что я... Вот видите задний фон чуть-чуть. Я живу, собственно, в стране Таиланд последний год. Я переехал из России, Санкт-Петербурга, сюда, в Таиланд, вместе с женой. Мы поселились здесь, сняли очаровательный домик. Это провинция Крабин на юге Таиланда. И наслаждаемся жизнью, работаем удаленно в основном, занимаемся немножко своим бизнесом. В общем-то, и как раз тиньковский сервис очень нам помогает. Потому что можно за границей пользоваться спокойно всеми своими деньгами, распоряжаться счетами, перебрасывать деньги, принимать платежи. То есть массу вещей. И в частности интернет-банк вообще рулит, потому что телефон у меня всегда с собой. Я им пользуюсь очень активно. Таким образом, спасибо большое за сервис Олегу и всему коллективу Тинькова. Я понимаю, что Олег — это бренд, а помимо него есть огромное количество людей. Некоторых из них я чуть-чуть знаю. Я всем вам хочу выразить большую признательность. Бывают накладочки небольшие, но это техническое, без них ни у кого не бывает, вы с ними работаете, я это вижу. Спасибо, ребят, я буду продолжать, не подводите. Удачи!